остался не нужен этот номер. Поэтому, друзья, вы понимаете, насколько сильный. Тут уже сразу и по скорости видно, что это не открытый класс. Спортсмены у нас преодолели скользящий транзит в районе линии передачи находятся. Ускоряются они у нас сами в обратную сторону. У нас сюда зрителей. Итак, дорогие друзья, мы готовимся встречать лидера первого круга. Стартовый номер один. Ваши аплодисменты. Владислав Леонов, стартовый номер 5, представитель города Набережные Челны. В завершении первого круга находится Набережные. Как вы думаете, сможет ли Леонов заскочить на первую позицию Набережные Челны? Мне показывают, что мы с вами сейчас разыграем после заезда сертификат от Елабужского аккумуляторного завода, но не среди спортсменов, а среди наших болельщиков. Этот сертификат дает владельцу право на приобретение продукции Елабужского аккумуляторного завода. Купи аккумулятор себе, жене, подруге жены, подруге подруге жены. Главное, чтобы жена об этом не знала. В общем, аккумулятор должен быть всегда заряжен. Итак, друзья, мы с вами смотрим на первой позиции стартовый номер один Евгений Михайлов. За Евгением Михайловым несется спортсмен, который на этом комплексе Найком-арена также построил трассу для мотогонов, Владислав Леонов. Он у нас с вами представитель города Набережные Челны. Итак, внимание, Михайлов на первой позиции. Только именно в том плане, на какой строчке он будет находиться сейчас. Итак, друзья, мы обращаемся к нашей системе хронометража. Мы видим, что Евгений Михайлов, мастер спорта международного класса, находится на первой позиции. Он проезжает круг за 1:42.7. А Владислав Леонов, который второй, который из Набережных Челнов, проезжает круг быстрее. 1:42.4. На 0,3 Леонов из Челнов проехал круг быстрее, чем тот, кто на позиции лидера. Однозначно, друзья, Леонов слышит вашу поддержку, он прекрасно понимает, что на него возможно огромная ответственность. Но и за спиной у него не простачки, сильнейшие спортсмены, которые будут стараться догнать, отобрать и обогнать. Так, в район 13-го трамплина уже будет приближаться лидер. Стартовый номер один Евгений Михайлов. Он выполняет правый поворот, ускорение в гору. Сложные эти элементы, три трамплина и все в гору. Евгений Михайлов, номер один лидер. Стоим его два пиона, стартовый номер 5, чёрный. Данил Баланин, третий, Артемий Назаров, четвертый, номер 74. Пятый, уже пятый становится Тимур Муратов, номер 715. Шестой, Александр Бугреев, номер 444. Седьмая позиция у нас, друзья. Стартовый номер 51, Сергей Астайкин, кто проехал. Сергей Астайкин. Многие, кто вчера наблюдали у нас за квалификационными заездами через онлайн-трансляцию, задавали вопросы, вернулся ли Астайкин в гонки. Да, видим, что вернулся, да, видим, что он здесь. Итак, что нам показывает хронометраж? Евгений Михайлов ускоряется, он начинает отрываться от Владислава Леонова. Он проехал круг за 1:41, Владислав Леонов 1:42. Данил Баландин, который третий, дышит в спину челнинскому спортсмену, проехал круг, как и лидер, за 1:41. Баландин готовится к обгону Леонова. Выдержит ли Леонов этот натиск, или у Леонова такой козырь в рукаве рядом, я пока не знаю, друзья. Но я вижу то, что Владислав Леонов четко контролирует все происходящее. Было допущено на самом деле только что падение на нижнем трамплине. Слава богу, все обошлось.
судьи на дистанции убрали флаги, все хорошо, все продолжается. Напоминаю вам, уважаемые болельщики, все наши трамплины пронумерованы, периодически я буду направлять ваши взоры то на один, то на другой трамплин, который соответствует той табличке с номером, которая на нем установлена. Это лидер вашей аплодисменты Евгений Ильичева, номер один. Вторая позиция будет спасен. Средняя строчка номер 655 Ильи Баландев. Четвертый Артемий Назаров, номер 74. Вчера Артемий Назаров, тот, который сейчас только лишь четвертый. Какая неудача произошла в начале заезда. Нам приближается лидер. Давайте поблагодарим за красивую лицу Евгения Михайлова. Ну и еще больше поддержки Владислава Семенова. Набережной Челны. Очень сложно приходится Владиславу Леонову, сразу же два спортсмена за ним жужжат. Здесь очень непростая ситуация. Баландин вынужден атаковать Леонова, потому что Баландин сзади подгоняет у нас Артемий Назаров. Назаров проезжает каждый круг все быстрее и быстрее. Назаров показывает время на 0,2 хуже, чем Баландин. Но это только потому, что он не может пустить коридор для обгона. Михайлов, минута 41. Леонов, минута 43. Трамплин, прыжок. Левый поворот, ускорение, сторону туда, сюда, в нашу сторону, в гору. Смотрите, что происходит. Леонов, восьмой трамплин, выброшены синие флаги, показывают круговым, чтобы не мешали. Леонов, пусть это разрушку, девятый прыжок. Десятый прыжок, после девятого, ускорение вниз. Владислав Леонов, смотрите, Баландин, туда кто поедет, Баландин еще быстрее. Леонов, хорош. 12-й прыжок. Ускорение на новый элемент, под которым расположен контейнер, друзья. Баландину каким ходом подъехал только что Артемий Назаров. Владислав Леонов, невероятный терминатор, представляющий город Набережные Челны. Вы посмотрите, уже 6 кругов. Он отбивается от этого натиска таких мощных спортсменов. Итак, друзья, я жду поддержки трибуны города Набережные Челны. Назаров, я уверен, будет атаковать Баландина. Назаров не настроен на второе место. Вчера мы с ним разговаривали, он сказал, что несмотря на квалификацию, он знает, где еще можно ускориться, и он же как раз это и делает. В районе зоны механиков борьба за вторую линию позицию. По внутренней траектории проезжает на него Баландин, следом за ним у нас Артемий Назаров. Перед зрителями аплодисменты, Краснодарский край, хорош, он лидер, следом за ним, смотрите, Баландин, Баландин Назаров, Назаров, пузырь, Баландин! Артемий Назаров, номер 74, Даниил Баландин, номер 655, Владислав Леонов, четвертый, стартовый номер 2, минуту быстрее, чем второе время, минуту 41, стартовый номер 1, Евгений Михайлов! Вторая позиция. Стартовый номер, друзья, 655. Даю Баландин. У него на хвосте Артемий Назаров. Они вгоняют кругового. Выброшен синий флаг. Вы слышали, как Баландин открыл ручку газа прямо в прыжке. Выжав сцепление, прорычал, подал знак кругового. Что там? Назаров ход где-то надыгрывает каждый раз. Левый поворот. Какой ход вы посмотрите? Как отрабатывают спортсмены эту безумную прибушку? Там колокольчик. Невероятно, на ногах работа динамическая. Ускорение в гору. 13, 14, 15 прыжок. Ну что, Набережные Челны, нужна поддержка! Эй! Даниил Баландин, Артемий Назаров, вторая позиция. Назаров хотел справа, не получилось. Владислав Леонов, шагом номер 5, город Набережные Челны. Он метился там уже несколько кругов. Но давайте настраиваться так, друзья. Баландин просто так не возьмет и не отпустит. У нас с вами прошло, напоминаю, после 10 кругов от начала заезда на вторую строчку вырывается номер 74. Артемий Назаров и Баландин становится третьим. Ваши аплодисменты! Николай Красников. А, его...
нет в этом заезде, да? Сертификат от колеса даром наших производителей Мишлен. Мишлен хорошо, Мишлен качественно, Мишлен быстро, Мишлен надежно. Лучше Мишлена ничего в своей жизни представить не могу. У меня на моем велосипеде стоит Мишлен. Мишлен — это для лучших, друзья. Мишлен, 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 собирает Мишлен. Итак, дорогие друзья, уважаемые болельщики, в завершении первого заезда класса 250 сантиметров кубических на первой позиции финиширует стартовый номер один нашего полисмены Евгений Михайлов. Хорош! На второй строчке под ваши неиссякаемые аплодисменты встречаем стартовый номер 74 Артемий Назаров. Третьим финишу у нас с вами собирается стартовый номер 655 Данил Баландин. Ваши аплодисменты! Останавливаем лидера. Итак, дорогие друзья, давайте поприветствуем победитель заезда класса 250, стартовый номер один, мастер спорта международного класса Евгений Михайлов. Жень, мы наблюдали за тобой весь заезд. Что такое вселилось в тебя, что ты ни разу не оглянулся назад и не позволил никому к тебе приблизиться? Ну, на самом деле было. Я находил моменты, чтобы посмотреть назад, чтобы посмотреть, где едут мои оппоненты. Это очень важно. Чувство дистанции в заезде. Но в целом мне удалось держать ровный ход, стабильную езду показать, и у меня был очень хороший старт. Женя, вот вопрос. Ты уже выступал на трассе на ИКОМ-арена или первый раз? Это мой первый раз. Я первый раз здесь. Какие впечатления тебя, как мастера спорта международного класса, о этой трассе? Сегодня, начиная с тренировки и вот первый заезд, я немного почувствовал себя, как будто бы я вернулся немного в Америку, на американские гонки. То есть трасса слегка напоминает мне то время. А как будет, вот традиционный вопрос, да, как будет проходить перерыв между первой и второй серией у Евгения Михайлова? Да очень просто, как и у всех, наверное. Сейчас механик займется мотоциклом, я займусь своей экипировкой, очками, отдохну, что-нибудь перекушу, попью, и вот он, второй заезд. Аплодисменты Евгению Михайлову, подарок из рук чемпиона нашим болельщикам. Друзья, на счет три мы считаем, Женя бросает вам подарок. Приготовились считать? И... Опа! Улетает подарок из рук чемпиона. И еще один подарок от окон страны, также из рук чемпиона. На счет громкое три и раз! Опа! Отлично!
Mm-hmm.